Владивосток, Хабаровск, Находка, Чита, Благовещенск, Биробиджан. Список городов можно продолжать еще долго. География участников международного проекта «Белое крыло. Париж-Владивосток» обширна. Хореография, вокал, цирковое, театральное искусство. Одаренные дети и артисты разного возраста показывали свое мастерство перед членами жюри из Парижа и Санкт-Петербурга. Цель одна – попасть в финал. Волнение до сих пор еще не прошло. Руки трясутся, ноги трясутся. Это непередаваемое ощущение, когда ты выходишь, работаешь на зрительный зал, и ты пытаешься дать всю энергетику залу. Ну и, конечно, хочешь, чтобы в ответку все получить. Я думаю, что у меня это получилось. За кулисами юные артисты вовсю репетировали номера и па. Кто-то выглядел спокойно, но все же ощущение волнения витало в воздухе. Какие ожидания? Страшно. И очень хочется посмотреть на реакцию публики, как понравится или нет. Вот так. Но в плане призовых мест? Хотелось бы какое-нибудь место занять. Очень хотелось. Среди конкурсантов были как дебютанты, так и более опытные ребята, которые занимали призовые места в прошлые годы. Нет, второй. Расскажи, что будешь показывать? Какой номер ты готовила? Я буду показывать жонгляж, номер «Зима». Одними из фаворитов конкурса являются ребята из Владивостока. В прошлом году большинство первых мест достались талантам приморской столицы. Однако и они переживают. Конечно, чувствуется энергия зала, поддержка. То, что они нас поддерживают, это очень приятно. И ни капельки не страшно. Чувство радости. И все. Для меня чувство радости всегда. Ну, это эмоции, как характер. Много всего. В прошлый раз мы здесь заняли первые места, в основном. Только было одно второе место, нам очень понравилось. И решили еще раз повторить тот же опыт. К слову, покоряли сцену и жюри не только ребята с Дальнего Востока России, но и гости из стран АТР. В период отборочных этапов жюри определит победителей в различных номинациях и категориях. Наиболее яркие выступления артистов, а также оглашение результатов конкурса состоятся на большом праздничном гала-концерте на сцене Приморской краевой филармонии. Дмитрий Беломестнов, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.